Предатель проклятый, предатель, понимаешь, предатель. Эдуард, вам нравится мое изобретение? Конечно, конечно нравится, конечно нравится. Очень ну, даже... Капец! Я прям видел, как передо мной Мимия улетела, да, Мимия. Один раз в несколько лет мы собираемся в этой комнате для того, чтобы выяснить, кто из нас самый лучший майнкрафтер. Сегодня мы будем доказывать всем подписчикам, кто из нас здесь самый сильный, самый быстрый, самый поворотливый, самый умный, привлекательный и харизматичный на всем этом канале. Да чё тут думать, я не понимаю, и так всем понятно, что самый красивый и самый умный, и вообще самый лучший тут я. Ты в этом настолько сильно уверен, Хурейдик? Да, просто на 1000000%. Скиньте его в яму, пожалуйста. А, чё? Нет, не трогайте меня! Экзанил, отойди от меня, не трогай! Ну, так, ты-то куда вообще лезешь? Давайте, давайте, давайте! Ещё немного осталось, давайте! Постарайтесь, постарайтесь, мои хорошие, самые лучшие майнкрафтеры, ага! Огромное количество карт и огромное количество испытаний! Землетрясение, наводнение, лавовое наводнение, летающие призраки, буря, метель, огромная ядерная бомба, дождь из ТНТ и куча всего остального. И самое главное то, что каждый раз, когда вы будете выживать, вам будет даваться по одному баллу. И в конце серии тот человек, у которого будет больше всего баллов, и одержит всю победу. Экзодил, мне показалось ли ты в яму шандарахнулся? Хрен реально лучше играет, чем мы. Ну раз ты реально лучше играешь, чем Экзодил, на тебе книгу и запускай давай наконец-то. Первый раунд. Первая карта, первое испытание, и совершенно никто из нас не знает, что это будет за испытание. Возможно, наводнение, Экзодильчик, поэтому тебе лучше остаться здесь снизу, а я пойду забегу сюда... Наводнение и зла. Ядрись, колоди! Не-не-не-не, пусти меня вверх, иди ты вниз лучше, не хочу снизу. Толкайте, Икса! Не надо меня! Давай чё? А что ты сюда пришел? А ну иди обратно! Ядрись, колотить! Как только кто-то из нас один вздыхает, вся игра сразу же заканчивается. Натахи Хередик, я понимаю, что у вас там какие-то любовные вот эти вот отношения. Но может вы наконец-то вылезете друг из друга, а? Да не, нам и так, в принципе, нормально. Вторая карта и второе испытание. Самое главное, помните то, что здесь каждый сам за себя. Здесь нет помощников, нет товарищей. Опять вал... Нет, собака! Ты чё? Вот ты иди искупайся, вполне. А ты, господи, она меня хотела столкнуть в воду, а вода как бы смертельная. Нет! А когда вздыхает два человека, это означает то, что мне дают 2 балла. Да хватит уже всем правила объяснять, все и так все поняли. Кто умирает, тот лох, кто побеждает, тот молодец. Вот я сейчас в воду столкну и все. В принципе, все. Ну опять давай, Икс, Данил, твое любимое. Не-не-не-не, не хочу за зверя сплошим. Натаха! И меня сбросило просто со спины. Ладно, ладно, а сейчас у нас... Буря, получай! А почему сразу по мне? Я сразу же увидел, как Хередик упал. 2 раза по башке молния ударила, да? 3! А меня молния не бьет. Блин, ты что ж одарагнула? Я горю, помогите! Вроде... Вроде есть такая тупая пословица, то что молния всегда бьет в дерево. Ну вот мы это сейчас и проверим. Постоим под деревом, подождем. Есть еще более тупая пословица. Молния всегда бьет по волосатым и красивым. Ну, по волосатым, да. Но точно не по красивым, Хрейд. Бомба. Че за бомба? Вот она! Ребят, бегите! Ядрись, колодец, это что? Я жива, я жива, я жива.
Я тоже жив. Все живы остались! Ага, еще бы все живы! Я из дома выхожу, а у меня бомба прям перед лицом появляется! Самое главное здесь это быть максимально внимательным и максимально аккуратным, потому что испытания здесь начинаются и кончаются буквально за несколько секунд. И никто никогда не знает, какое следующее будет испытание. Я уже все же надеюсь, что какой-нибудь там зомби-апокалипсис на так... Опять на воде! Опять на воде! Опять на воде! Я на так нет! Ты что ты? Просто минус 2! Просто плюс 2 балла! Икс-данильчик! Давай пятюню! Или кто там сдох? Рейд! Зомби-апокалипсис! А ну отойди быстрее! Залезай куда-то как можно выше, чтобы они нас не достали! Вот именно это я и ждал! Вот именно это я и ждал! Побежал! В алмазном шлеме! Бег... Полетел туда! Вот в этой рубрике мы и поймем, кто все же настоящий друг, а кто самый последний предатель. Икс-Данил. Я вообще не понял, что было в предыдущем раунде. Я залез на гриб и смотрел, как вы там деретесь и от зомби убегаете, а? Я-то не дрался, Хрейт. Это дрался Икс-Данил, который сбросил меня с этого огромного гриба. Слушайте, я честно сказать, я с этой серии начну ненавидеть вот... Ненавижу воду! Заряженные криперы, ядрить, колотить, пацаны, прячьтесь по донам! Hello, motherfucker! Да! А чё? Главное, столкнули Икс-Данила, столкнули Хрейда, столкнули Натаху, а меня никто не столкнул! Огонь! Это еще что такое? Что это значит? Огонь! Просто все бомбам... Какой огонь? Что за огонь? Ёханый баба, это что такое? Вот я бы в другой любой ситуации вызвал бы пожарников, но в принципе мне и здесь нормально. Я посижу, попержу, подожду, когда кто-то из вас кого-то скинет, я заработаю 1 балл. Давай, Икс-Данил, добивай его! Икс-Данил, да нет! Икс-Данил, Икс-Данил, не погасла! Ааа, помогите! Тот раз ты меня скинул, в этот раз я тебя скину, Икс-Данил! А тем временем у меня уже 15 баллов. Скажите, пожалуйста, сколько баллов у вас? 14. 13. У меня тоже 13. Короче, давайте сделаем так. Кто первый дойдет до 30 баллов, тот сегодня и будет победителем. Все на это согласны? Да, вообще без проблем. А давай еще победить. Пиццу сегодня закажем. Лично наши старые друзьяшки, которые через 3 секунды... Нет, не через 3 секунды, а через секунду просто появились у меня перед глазами. Если вы не против, я спрячусь вот здесь, чтобы они меня даже не видели. Ну мы тоже с Икс-Данилом прячемся. А где Натаха-то? А я вот в домике сижу, прячусь от всех вас. Почему я всегда вздыхаю первым? Короче, я понял, то что здесь лучше держаться подальше от всех остальных. Натаха, даже не думай, это мое место. Иди там тусуйся с этим своим Хрейдом. Иди тусуйся. Эту башню я уже заняла, иди отсюда, это мое место. Иди тусуйся со своим Икс-Данилом, Хрейдом и кем там только... Ладно, давай по... Ты ж... Упала из-за тебя! Завяженные криперы, ты не дрён, батон! Почему я тогда, когда я на улице, а? Нет! Всё, моё, это... Я взорвался! Нет, ах, ты ж... Просто в пропасть улетела! Бомба! А где она появится-то на этот раз? Мне тоже интересно, где появится... Нет! Наташенька, пока! Наташенька! Нет! Прощайте, я вас любила! Вот ты выпендриваешься, но что тебе чуть-чуть до победы осталось. У меня это 22 коина! Я уже тоже скоро победю! Сейчас мы это исправим! Давайте исправлять Хрейда, Мы с тобой никогда друзьями не были, Хрейд! Натаха там уже сдохла, мне кажется, поэтому, в принципе, да...
Да, конечно. Ах ты, предатель маленький! Ты сам мне сказал, что мы друзьями никогда не были, понял? Ты треть кладить! У меня тем временем 16 коинов! Я на последнем месте, ё-моё! Чё мне делать, пацаны? Подставлять Херейда! Что тебе делать, Икзанил? Просто сталкивать его куда только можно! Господи, пожалуйста, лишь бы сейчас не было никакого наводнения... Наводнение... Это моя башня, что ты... Нет, не смей, не смей! Я же... Я просто не успею, Нет, я успел! Не успевай! Нет! Почему меня в этом... Наташа, давай за ним! Я сейчас прямо заставлю! Каждый, кому не лень, меня просто здесь подставляет! Каждый сталкивает, каждый убивает! Вы что, реально все берега попутали, что ли? Ребятки, если вы вдруг не заметили, вам на голову падают огроменные блоки динамита. Что значит вдруг? Мне не на голову динамит прилетел. Мне в лицо динамит прилетел. Это как называется? Наташа, хватит меня подставлять. Блок шторм. Ё-моё! Какой блок? Так, это ко мне даже не подходит. Так, на самом деле, мне как-то не очень хотелось к вам сюда подходить. Подвинитесь, пацаны. Нет, больше нету. Я ж тебя запердашошу за такое, Херейд! Наводнение из лавы. Ну, мне, в принципе, здесь на этом деревце... Нет, Наташа! Да! Ё-моё! Все сдохли, кроме меня, и у меня просто 3 балла за один раунд! Ребята, я уже победил, все, у меня 31 балл! А ты что, самый умный? 35 баллов! В смысле 35? Ну, в прямом 35! Докажи! Сейчас скриншот пришлю! А у меня 30! А у меня 29 баллов! Почему? Я старалась больше каждого из вас! Особенно тебе, Хрыт, вот если бы не ты, я бы выиграла! Больше меня она старалась! Ну конечно, что ж у тебя тогда баллов-то меньше у меня? Я тебе сейчас так покажу, как ты старалась, я тебе полбу настучу! Иди сюда, я тебе сейчас покажу, где раки твой! Мне кажется, мы сегодня не выяснили, кто самый лучший майнкрафтер! Мне кажется, мы сегодня выяснили, кто самая большая крыса! И самая большая крыса это ты, Хурейд! Ну что я могу сказать? Побеждает сильнейший! Побеждает тот, кто больше всего предает своих друзей! И это ты, Хурейд! Быстро, что вы стоите? Или вам что, приятно то, что один красноволосый, красноглазый партизан предал нас всех сегодня? Это я вас еще предал! Я победил! Да, 35 баллов он набрал, конечно! Пару раз зачитерил, пару раз меня с башни столкнул, пару раз татах убил, конечно, партизан!